Центральный спортивный клуб военно-воздушных сил ЦСКА ВВС был образован 1 сентября 1992 года. Более чем за 30 лет самарским филиалом был пройден большой путь развития олимпийских и военно-прикладных видов спорта, значительно расширена география спортивных объектов. Сейчас он представлен на территории Центрального военного округа в Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, республиках Тыва и Хакасия и объединяет около 1500 спортсменов разных возрастов от 5 до 50 лет. Свой 31-й день рождения ЦСКА Самара отметил в окружном доме офицеров. Торжество приурочили к столетию Центрального спортивного клуба армии. Это, скажем так, такой праздник, который поставим с двумя датами. И армейский клуб, он всегда был на защите спортивных, скажем так, рубежей нашей страны. Поэтому это знаменательная дата в структуре армейского спорта. Мы сегодня это чествуем. Членов клуба поздравили глава города Елена Лапушкина, председатель губернской думы Геннадий Котельников, коллеги и именитые спортсмены. Авторитет спортсменов ЦСКА очень велик. Дорогие друзья, вот только представьте, 500 медалей получено золотых и серебряных именно во время Олимпийских игр. 2000 человек стали чемпионами мира, чемпионами Европы, а 4000 человек получили наши регалии, наши звания. В командах и секциях филиала культивируются десятки олимпийских и военно-прикладных видов спорта, наиболее популярными из которых являются плавание, пулевая стрельба, фехтование, бокс, греко-римская борьба, дзюдо и впервые с прошлого года парашютный спорт. Благодаря тренерам, спортсменам, судьям армейцы продолжают прославлять российский спорт на самых престижных турнирах мира. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.